Сонь, тут будем выходить. Сонь, тут. Давай, тут. Да? Ну не, ну давайте тут. Все. Соня, ну давай, пожалуйста. Да, выйдем. И будете прощаться, да? Все, Сонечка, прощайтесь. Ой-ой-ой. Ну все, Соня, прощайтесь. До понедельника. Мама. Давай. Все, до свидания. Ну, рада, проводили. Дамир, ты тоже Костика любишь, да? Да? Будет тебе друг, будешь ходить вместе с ним в садик, да? Будешь с ним дружить, Дамир? Да! Да, и Соня. Он говорит, любит Соню и хочет, чтобы Соня была дома. Подожди, давай сюда Дамир скажет. Говори, Дамир. Стесняешься, да? Застесняли себя. Ну, сейчас мы домой придем, поспим. Немножко. Детки поспят в кроватке. И пойдем на елочку. У меня билетики есть. Смотри, мама выиграла билетики. На новогоднюю елочку вы сможете пойти. Вот там такие билетики. Так что нет, потом дома. Дома, 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 дома. Мама тебе покажет. Дома билетики. Пойдем. Все, тогда не идем, да? И ты тоже хотел. Ну я вот вам дома покажу. Где же, как мы сейчас их будем доставать? Они сейчас упадут. Посмотрите, какая грязь на улице. Дома? Дома, да. Дамирчик сегодня там уже был. Тебе понравилось там? Там, где горки были. Да, там красивая комната такая детская. Пойдете туда, там будет. Там будут развлечения и торт, Дамир, и покаба тебе будет. Вы не ходили, а мы с Дамирчиком ездили. Ну, вот. Костя, пока. Костя. Ну, пойдем, Сонь, тебя Костик сегодня угощал? Нет, у меня ничего не принес. Да, забыл. Зато Дамирчик тебя сегодня угостил. А? Вкусненький.